Нормальный арбуз будет, как ты думаешь? Надо попробовать ее, насколько она вкусная. Ой, по-моему, перебор. Все, сразу пошел, свое побросал. Я надеюсь, это будет вкусно. Очень вкусно получилась такая тыквенная подливка. Вот довольна, наелся. Всем доброе утро. У нас еще все дома. Артурчик уже носится, сегодня рано проснулся, малыш. И опять на фонарь улыбается. Аринка причесывается. Сейчас мама будет нарезать арбуз. Смотри, какой арбуз большой у нас. Будем кушать? Будем кушать. Будем? Будем. Будет. Обходит его со Вырежь, сторон. Вова, как ты там хотел. Девает еще. Да, мы любим арбузик. Нет, арбуз. Почему, Вова, ты не ешь арбуз? А, сейчас на работу идти потом. Ну, только поэтому. Арбуз-то тоже любит. Сейчас арбузик попробуем. Главное, чтобы он был сладенький, вкусненький. Это самое важное. Взяли какой-то длинненький. Ну, лопается, когда режешь. Ну, в прошлый раз староват был, и середина мягкая была, так выбрасывали. Сейчас, надеюсь, будет нормально. Нормальный арбуз будет, как ты думаешь, малыш? Ай, ручки сунем под нож. Классный. Ну, выглядит классненько, да. Ну-ка, давай-ка. Внутри такой штуки нет. Вкусно? Угу. Ура! Ура! Надо идти скорее со вторым арбузом. Там арбузы там дешевые, по 39 копеек за килограмм. Вообще. Очень дешевые. Ну все, всем приятного аппетита. Мы очень любим по утрам кушать всякие там фруктики. Ну, особенно любимые. Красота какая! Вот сразу кусок, Арина, бери и ешь. Только в ванну садись. Потому что будешь вся в арбузе. Малыш, дай ему укусить. Вот это вообще самое вкуснятина. Малыш у нас обожает арбуз тоже. Так? Он может быть холодным чуть-чуть. Ну да, с холодильника. Вкуснятина! Сейчас все будем трескать, кроме... Ну, папа тоже он трескает, я смотрю. За милую душу. Вот так вот. Я, кстати, все, запах арбуза пошел. Ой, сладкий, какой классный. Я тебе вкусить дала. Класс! Короче, вот эти арбузы очень вкусные. Давай завтра сходим или когда там, пока не разобрали, еще один возьмем. Он вообще дешевый. А может, уже разобрали? Да. Ну, вот так вот. Всем приятного аппетита. Вот теперь она... Аж присел. Итак, с утреца нужно что-нибудь приготовить, потому что мы вчера вечером все подчистую подъели. И сегодня я хочу приготовить блюдо с моего канала, что я уже выкладывала. Запечь микс овощей. И у меня есть такой классный чугунок для этого, поэтому это будет очень вкусно. Самое главное – это тыква. Сейчас ее разделаю, почищу, нарежу на... О боже, попробую отрезать на кусочки. И приступим к следующим овощам. Какая она плотная, обалдеть. Надо попробовать ее, насколько она вкусная. Эту тыкву я покупала у бабулек на рынке. Вкусненькая, класс, подойдет. Так, продолжаем. Вот овощей я нарезала. В этот раз добавлю морковку, ну и капуста еще будет. А вот наш чугунок, или как он называется, для духовки. Он такой классный. Мы так рады, что его купили. Тут даже дырочка есть. Плотная крышка. Ну, вот так. В общем, нарезаю все овощи крупно, ну, кроме чеснока. Чеснок мелко. Лук тоже крупно. И буду все забрасывать пока просто сюда. Поехали! Кстати, отличная доска, гибкая и большая. Так, у меня тут осталась еще капуста, но это такая не сладкая, не вчерашняя. Нужно ее
использовать. Ну что, надо полный доложить, да? Как вы думаете? Надо полный. Еще немножко капусточки подрежу, и все. Вот эта капуста уже сладкая и сочная. Мы вчера делали салат, и он был очень вкусный. Ой, по-моему, перебор. Так, наверное, надо вот это перемешать. Сейчас перемешаю, посолю, перемешаю. Была у нас соль сразу со специями, такая вкусная. Надо будет, наверное, еще купить. Так, много не буду солить. И так как масла добавлять не буду, добавлю немножко водички. Ну, можно с чайника. На дно чисто. Перемешаем. Ну и вот, сейчас еще капусту добавлю остальную. Вот, вот такой микс. Поставлю сейчас в духовку. Не знаю, на час-полтора пускай томится все это. И оно будет такое вкусное. Оставлю в подсказках, посмотрите рецепт. Я уже такое готовила, только там с маслом было. Вот, ну было очень вкусно. Ну мы не хотим масла добавлять сейчас, поменьше. Лучше уже хорошего потом нерафинированного налить себе в готовое блюдо. И будет с ароматом очень вкусно. Ну все, остальную вкусную капусту, чтобы был целый чугуночек, чтобы нам хватило, ну может на два раза. Так, подсолить чуть-чуть еще. И попытаться снова перемешать. Но она утушится. Там уляжется. Это же капуста. Специи добавлять не буду. Потому что у нас Артурчик это будет есть. Тоже не хочу я кучу специй добавлять. Ну и все. В духовку. Готовится. Так, а после арбузика у нас сорины. Виноград. Кишмиш без косточек. Самый любимый. Ну что, Артурчик, арбузик почти доел свой, да. Молодец. Врезалась я только что. Ой, в этот диван, капец. Ну все, это мое, это Аринкино. Вкуснятина. Артурчика приманили чужие игрушки. Куча машинок, скажи, новых, да? Все, сразу пошел, свое побросал. И пошел гулять чужое, да? Ну хорошо, что хоть ребенок не жадный, мама. Поделились. Аринка у нас тоже с нами гуляет. Ничего не вижу. Себя вижу в отражении. А, вон она там где-то. Сегодня сходили на рынок и запаслись помидорками. Вкусненькие желтые. Вкуснее, чем черные. Хотя, я помню, черные ела тоже вкусные. Вот, а я... Так, у меня на днях тут Вова кабачковую икру готовил. Теперь я. Здесь томатной пастой плюс немножко пряностей. Вот, посмотрим, что получится и как. Вот, все загрузила. Немножко кипит. Пускай томится. Я надеюсь, это будет вкусно. Ну что, то, что я с утра оставила тушить, вот оно получилось. Тыква разварилась, и такая подливка тыквенная очень вкусная. Артурчик уже ел. Ему очень понравилось. Сам. Он в обед кушал. Ему очень понравилось. Вот сам. Хочет кушать сам. Значит, тебе надо садить за это на стул. Правильно? Ну что? Это улыбашечка. Кушай. Приятного аппетита. Очень вкусно получилось. Такая тыквенная подливка. Обалденная вообще. Вкуснятина. Мне тоже очень понравилось. Ну давай. Ам-ам. Ну? Все, на телевизор уже отвлекается. Руками не надо лезть. Держи вкусняшечку свою. Так, вот моя кабачковая икра. Только, походу, я перебавила пасты томатной. Перченая будет, в общем. Я добавила перчика. А вот аджика Вова варит. Сегодня более мелкая, чем в прошлый раз, но она обалденная. Мы сырой попробовали. Это такая вкуснятина. А здесь мы уже, вот то, что тушила с утра, уже почти ничего нету. Очень вкусно. Я уже два раза поела, Артучик второй раз ест. Класс. Кушаешь ручками? Морковку, да, нашел. Кстати, морковка очень сладкая, вкусная сейчас. Он тоже любит. Вот так вот. На улице уже солнышко садится. Уже осень. А тут у нас носится. О, все. А?
А кто-то ползает. Артурчик, ты носишься, Таринки убегаешь, да? Вот довольный, наелся овощей. Ой, держись. Вот так, поднимайся, молодец. Я видела, мы все видели. За жуликом. Ой, у меня коленки болят ужасно. Ой-ой-ой, как ты бегаешь. Любит бегать, убегать и догонять. Прячемся. Аккуратно, он с тобой сейчас зайдет. Все, Артурочка, Аринка пошла в кафе «Ромашку». Бегунчик, бегунчик. Топ, 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 топ. Он тут еще это пищал, кричал, когда убегал. Не успела заснять. Дырка для игр, в общем. А не для котов, да?